Книжный фестиваль «Читающий бульвар» радушно встречал всех желающих возле Центральной городской библиотеки имени Пушкина. Еще издали, услышав музыку, гости и жители Бреста спешили на праздник, который расположился более чем на 10 интерактивных площадках внутри и снаружи здания. Читающий бульвар, несмотря на то, что здесь мы работаем очень много различных площадок, театральных, художественных, танцевальных, музыкальных, это все равно все про книги, потому что книга – это богатейший мир. В книгах есть все. И мы делаем вот эти все площадки для того, чтобы раскрыть именно книгу. Мы надеемся, что сегодняшняя, хоть и пасмурная погода, но мы создадим теплое, уютное настроение, расскажем и покажем интересные книги, которые у нас есть. У нас в гостях и старейший издательский дом «Звезда», который привез своих авторов, которые уже некоторые из которых, как Павел Гушинец, Дмитрий Юртаев, стали друзьями нашей библиотеки. Но сегодня к нам в гости приехали и новые авторы. Любители чтения имели возможность увидеть брестских и специально приглашенных писателей, приобрести понравившиеся книги и поговорить с их неординарными авторами. Как детский писатель, я не люблю вот так вот выходить и говорить «бу-бу-бу, му-му-му-му», как обычно представляют свои книжки. Моя книжка называется «Ни секунды тишины», и также называется моя детская программа, которую я сегодня буду представлять на бульваре. Поэтому все те, кто еще ребенок, уже не ребенок, но помнит о своем детстве, они могут окунуться в этот классный, сказочный мир детства. Веселых, озорных и даже хулиганских стихотворений. Внутри здания расположилась небольшая, но яркая и особенная выставка работ воспитанников Брестского областного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. А по соседству можно было познакомиться с участниками проекта детской городской библиотеки, который принес ей победу на республиканском конкурсе. Наши собаки из нашего питомника участвовали в проекте «Сочетайка», вот, где дети читали книги, получается, для собак. Также еще в проекте участвовал наш Джек Рассел Терьер. Вы можете потом обратить внимание на фотографии на стенде, вот, если вам интересно. Вот. Планируем еще в дальнейшем все проекты. Мартин, все, игры у нас. Вот. Поэтому приглашаем всех детей поучаствовать в наших проектах. Книжный фестиваль прошел ярко и насыщенно, оставив после себя добрые воспоминания и позитивный настрой. Будем надеяться, что цель проекта достигнута, и у Брестской городской библиотеки появится не один новый читатель.